Всем огромный привет! Хочу сегодня поделиться своей радостью. Я не так давно пришла с почты и принесла посылку. Посылка ко мне пришла от Оксаночки Александровой. Ксюшенька, спасибо тебе огромное! Все такое здоровское, такое замечательное. Если кто помнит, мне Оксана уже присылала посылку. Она была чудесная. Я до сих пор пользуюсь тем, что она мне прислала еще в прошлый раз. И сейчас пришла новая посылка, и столько в ней вкусняшек, радости, прям вау, как довольна я и как все здорово. Очень хочется поделиться своей радостью, показать то, что мне прислала Оксаночка. Настолько все замечательно, такое интересное. В общем, чтобы особо долго не говорить, я начну показывать. Единственное, то, что было упаковано в пакеты, я уже сняла упаковки. Начну с большого. Вот такой вот ежедневник. Вот здесь написано, что он идет 2 в 1. Вот это я тоже сейчас уберу бумажку. А саму упаковку я уже сняла, чтобы не шуршать. Он интересен тем, что посмотреть, это 2 ежедневника, скрепленных вместе. Видите, у них какая серединка. Первый черненький идет в линейку. А второй разворачиваете, красный идет в клетку. Настолько классно, вообще настолько они интересно сделаны. Оксана знает, что я очень много всего пишу, у меня постоянно тетрадки, постоянно я покупаю всякие канцелярские принадлежности. Но я действительно очень люблю канцелярию, и у меня она не лежит, так как, например, коллекция мыла. А я пользуюсь, то есть какое-то время, конечно, я храню, но потом всем этим пользуюсь. Когда заканчивается одна тетрадь общая, я открываю вторую. Вот такие я ни разу не имела, у меня такого классного ежедневника еще не было, записной книги. А теперь будет. Спасибо тебе, Оксаночка, спасибо тебе огромное, вот такая красота. Из высокого. Давно я, честно говорю, давно искала мыло кухонное, вот, которое нейтрализует запах. Девчонки часто показывали от 100 рецептов красоты. Входит сок лимона и цедра апельсина. У меня даже сейчас слюни текут от того, что настолько оно вкусное. Оксана мне купила, прислала. Я у себя так и не нашла. Вот сколько искала, не нашла. Не знаю, почему в наш город их не возят. Классное такое мыло. Я его уже потестировала. Оксана заботливо все обмотала пищевой пленкой и сделала она это не зря, потому что на почте, видимо, коробки на коробки кидали. И вот так вот, когда сильно надавилась, немножко открылась и подтекала. Ну вот видно тут, не до самого верха. И протекло вот как раз в самой слюде, там вот в пищевой пленке. И когда я ее сняла, я просто помыла бутылочку. Но ароматом я успела насладиться. Он такой вкусный и классный. И второе мыльце для рук, которое я очень хотела, но не купила. Тоже, видите, немножко нету. С ним произошло то же самое. Они оба были открыты и подтекли по пищевой пленке. Фитобаня. Я себе покупала шампунь и бальзам для волос. И также я покупала фитобаню, маску скраб себе для волос, ой, для лица. Вообще аромат вот бесподобный. А мыло я не купила, потому что у нас оно было, но дорогое. Мне показалось дорого. Ну вот Оксана взяла и купила, мне и прислала. Теперь у меня и мыльце фитобаня есть. Единственное, жалко, конечно, что немножко подтекло, но зато я его уже тоже протестировала. Аромат бесподобный, зеленый, вот как тут нарисованы шишки и сосны. Вот так оно и пахнет. Классное, прям вот буду с огромным-огромным удовольствием пользоваться. И Оксаночку вспоминать. Следующее средство, вообще у меня оно когда-то было. Это моя любимка. Так. Это двухфазное средство для удаления макияжа с глаз. Когда я была зарегистрирована в Мэри Кей, у меня оно было, и я его очень сильно ценила и любила, даже берегла. Кому-то кажется, что оно может быть немножко пленочку, как бы жирненькую оставляет на глазах. Мне это нравилось. Во-первых, потому что вот сюда входит в составе некоторые вещества, которые, ну, как бы
ну, не лечат, но что-то делают, в общем, с веками, и реснички укрепляют, и веки немножко как-то вот укрепляют, что-то там вот такое есть. Я честно не помню, нам рассказывали еще на мастер-классе, но понравилось мне, как оно действует, и когда у меня закончилось, может быть, год назад, вот год я без него, я по нему скучала. Спасибо, Оксан, потому что это средство я знаю, и я знаю, что оно классное. Мне оно подходило и очень нравилось. Следующее, что было, это вообще чудо такое. Вот я за что люблю Мэрика, и у них все время сумки, косметички. Вы знаете, не ширпотреб, а что-то такое интересное. Вот такая косметичка, прям она такая, ну, кожзаменитель, конечно, прям под кожу. Здесь матерчатая. И вот такой интересный хлястик, знаете, как мини-сумка прямо. И она корпусная, как прямо вкладчик. Вот такая вот. Она была, конечно, не пустая. Оксана в нее кое-что положила. Я сейчас, конечно, покажу, что там было. Вот такая красота. Обожаю косметички. Особенно вот такие вот, которые, ну, знаете, не мягкие. Ну, мягкие я тоже обожаю. Ну, вот очень она красивая. Прям такая стильная. Я говорю, как клатч. Прям такая, прям вау. Не стыдно достать, положить. Дальше. Сейчас я вам покажу одну вкусняшку. Это аромат. Он, кстати, приехал как раз в косметичке. Аромат этот от Мэри Кей. Когда-то я была на мастер-классе, на вот ароматы мы там тестировали, все-все-все в Мэри Кей, которые есть. Это один из тех, который мне очень понравилось. Вот я там люблю 3 или 4 примерно аромата. Вот он среди них был. И я помню, как на этом мастер-классе Максимка тогда был со мной. «Мама, ну закажи ты вот именно этот аромат». Почему? Потому что ему очень понравился и аромат, и вот эта вот висюлька. Очень красивый такой вот. Ну как это называется? Ну, украшение, да, получается. Украшение на аромате. Его можно снять, оно так на резиночке. Но смотрится очень-очень симпатично. Не знаю, какие ноты в этом аромате, но он такой вкусный-вкусный. У него нежная сладость, ненавязчивая, такая нежная. И он очень теплый, очень хорошенький. И у него интересная упаковка. Сам аромат стоит вот как в шкатулочке, а вот эта вот упаковочка вот так вот раскрывается. И здесь можно даже какие-нибудь слова добрые написать человеку. Вот. Я не помню, как называется, типа для тебя или вот... Ну, кто знает английский, девчонки, вы, конечно, уже поняли, как называется, прочитали. Вот. У меня с русским лучше, чем с английским. Ну, с английским не очень. Макс больше меня английских слов знает. Вот такая красота. Ксюшенька, спасибо тебе огромное, ну, прям бесподобно. Очень хотела я этот аромат, теперь он у меня тоже есть. И такой милый. Даже не хочется. Коробочку, наверное, оставлю, чтобы в коробочке было. Уж больно хороша. Следующее. Ну, те, кто знает, я же душа мыльная. Посмотрите, что мне прислала Оксана. И я, насколько знаю, ее сын Женя. Женечка, если смотришь, тебе тоже огромный привет. Он заметил, когда это мыло, говорит, мама, купи, Света любит мыло. Тут на самом деле 3 мыла и 3 аромата. Мыло твердое, так, глицериновое ручной работы, 3 штучки по 35 грамм, маракуны, клубника со сливками, лимон с ванилью и смородина, черная смородина. Вот такие 3 аромата. Правда, все запаковано, я еще не доставала. Ну ладно, пока не буду доставать. Вот такая вкуснятина, если я достану, я их, наверное, съем. И потому что очень вкусно пахнут прямо вот через коробочку. Вот такие вот. Классные-классные макароны. Ой, вообще прелесть. Даже вот как украшение, да, смотрится классно. Еще одно мыльце было. Это бархатные ручки. Нежное крем-мыло, ароматерапия, нежность лепестков, роза и жасмин. Чем оно хорошо? Вот я покажу поближе. Видите, у него одна сторона массажная. Вот. С такими пупырками. Даже они чувствуются через упаковочку. Через упаковочку слабый аромат, но аромат розы я чувствую. Вот такая красота. А, я такая довольная.
Не просто мыльца, еще и массажная. Следующее, что было. Не так давно Катюшка Стрельцова мне присылала тоже мыло. Помните, наверное, такие разные красивые фигурки. Привет тебе, Катюша, если смотришь. И косметическое средство было вот такое яблочко от Катюшки. Я его прямо, ну, конечно, сразу открыла. Крем для рук, я им уже начала пользоваться, видно. Максимка у меня это яблочко уже занял, что когда оно у меня закончится, он его заберет себе. Посмотрите, что мне прислала Оксана. К этому яблочку ко мне приехал. Так, где тут красота-то вся? Вот такой бананчик. Тут на нем еще что-то вот видно написано. И вот такая клубничка. Ароматы у них, соответственно, банан-банановый. Это тоже кремы для рук. У клубнички клубничный. И у меня, посмотрите теперь, какая фруктовая коллекция. Ну, естественно, теперь Максимка говорит, что когда они все три закончатся, это все будет его. Ну, я не против. Смотрите, какое чудо. Я даже не смогла яблочко оставить на полке. Думаю, для красоты поставлю, потому что они вот втроем, это вообще просто бесподобно, как смотрится. Очень красиво. Прямо очень-очень. Вот. Вот такой у меня фруктовый теперь рай будет на полочке. Ну, реально, настолько классно. Ксюш, спасибо. Я искала когда-то по аптекам тоже такие фруктики, но к нам почему-то их не завезли. Когда-то давно я видела, но вот тогда я еще не интересовалась и не поняла, что это такое. Вот. А теперь-то я знаю, что это такие кремы для рук. В них по 40 мл, ароматы. Ну вот, по крайней мере, яблочко пахнет чисто яблочком. А эти два я пока не открывала, но они за следом за яблочком, конечно, уйдут. Потому что если я даже сама буду беречь, Максимка не даст, он у меня заберет вместе с кремами тогда. Говорит, классные. Следующее, что было. Вот такая повязка для волос. Черная с принтом. Я вообще очень люблю волосы убирать, потому что сейчас жарко. И когда делаешь маски тоже. Это повязка от Mary Kay тоже. Вот такая красивая, она хорошо тянется. Вот так классно. Ой, вообще прелесть. Очень хорошая. Буду обязательно пользоваться, потому что я говорю, я такие вещи люблю. Волосы я свои люблю убирать. Знаете, вот бывают моменты, когда любишь украшения, вот, видите, даже без украшений полностью, любишь какие-то украшения. А бывают моменты, когда вот поносил, как куда-то сходил, и сразу хочется снять. Вот у меня то же самое с волосами, только наоборот. Я их пройдусь где-нибудь с распущенными волосами, прихожу домой, мне нужно вот прям все заколоть, все убрать, чтобы ничто не мешало. То есть украшения я быстро все снимаю, а волосы полностью убираю. Вот как-то так этот период жизни у меня. На самой повязке тут чего только не написано. Вы посмотрите. Тут написано и любовь. На разных языках. Вообще на разных, на разных, на разных. Видите? Все с любовью. И где-то я тут... А, вот я увидела. Видите? И Mary Kay. МК. Вот такая красивая. У них обычно вот так вот с любовью пишется, если благотворительные какие-то вот вещи. Когда покупаете, эти деньги идут на благотворительность. Ой, Ксюш, спасибо. Да я так и буду сейчас разглядывать и хвастаться. Следующий подарок был немножко необычный. Все девочки знают, что мы любим это нижнее белье. Оксана мне прислала нижнее белье. Да такое красивое. Узнала мой размер у меня. И прислала уж. Так как смотрят ролик и мальчики, то я так краешком только покажу расцветку для девочек. Вот такая красота. Вот с такой вот бусинкой. Ну, а все остальное не покажу, потому что смотрят это еще и мальчики. Не буду уже я хвастаться для мальчиков. Просто вот так вот оно будет. У меня тут стороночки рядышком лежать. Замечательный подарок. Очень понравился. Оксан, спасибо. Ты настоящая девочка, я тоже. И ты знаешь, что девочки любят нижнее белье. Это факт. Следующее. Оксана мне уже как рукодельница
ввиду того, что я люблю всякие рюшечки и бантики, прислала вот такую ленту для оформления моих работ. Она чем хороша? Видите, у нее так, ну как бы из мешковины серединка и кружева по краям. А так как мои игрушки все чердачные, то такая лента очень украшает чердачную технику, потому что она уже сама тоже такая, знаете, как старинная. Поэтому вообще супер просто вот эта ленточка. Оксана меня предупредила, осторожно, там будет иголка. Так что я не укололась. Спасибо, что предупредила. Все замечательно доехало. И очень понравилось. Ну и одно из самых моих любимых — это магниты. Оксана живет в Новом Уренгое, на севере, где такой достаточно суровый климат. Сейчас у них нет ночей. Летом то плюс 35, и они там умирают от духоты. На следующий день может быть плюс 10, и они от холода трясутся. Ночью у них вообще нету ночей, все светло, как днем. Ну, такой вот интересный климат. И вот такой олень ко мне приехал. Он еще вот, не знаю, вам видно или нет. Сейчас покажу, чтобы было видно. Постараюсь не шуршать. Он на деревянной основе. Видите, он выпуклый. То есть вот тут как бы у него ножки стоят. Видно, да? Вот такой классный олень. И вот он на деревянной основе. Очень красивый. Прямо такой классный, как живой прямо. Еще и так как обожженная, как будто сделано краешки. Красота. Так, мыло спрячем, оленя поставим. Ну и Максимкины радости, как же. Почему снимаю сразу? Я только сегодня, вот прямо вот буквально час назад принесла посылку. Максим говорит: мама, давай уже снимай, и мне вернешь мои подарки. Если кто-то удивляется, думает, что же там Максимки. А Максимки ластики. Вот такие ластики. Черных у нас еще не было. Вот такая вот девочка-пиратка. Вот такая вот симпатяга. Птички. Вот такая птичка. Такая позитивная свинка. Ну, свинка видно, это я. Она с почты вот такая бежала. Довольная. Какая-то свинка. Вот такие ластики. Две штучки. Оформлены интересно. Вау, прям. Макс довольный там стоит. И арбузик. Вот такая долька арбузика. Еще так интересно оформлено. Вот здесь вот надорвано. Сейчас я вам покажу, как оформлено. То есть сзади на картонке вот так оформлен арбуз. И как будто дольки отрезанные. Смотрите, как интересно. Тоже его лучше из упаковки не доставать, потому что вот само оформление настолько классно сделано, настолько интересно выполнено, что хочется вот так и держать. Прям супер, очень классный. Арбузик прямо в тему кремов для рук идет. Ну и еще был сладкий подарок. Он у меня в холодильнике, потому что ехал по жаре. Так как я все-таки на кухне сижу, я быстренько забежала, достала. Вот такие две шоколадки. Сразу, как Оксана и сказала, на жаре будет ехать, поэтому сразу положи в холодильник. Мы сразу так и сделали. Вот во время ролика достала показать. Эти шоколадки Максимка очень любит. Ему в свое время и Жанна присылала такие, еще девочки присылали. Они большие, по 160 грамм. В первый — взрывная карамель, мармелад и печенье. Во второй — мармелад со вкусом колы, попкорн, взрывная карамель. Вот такие вот они. Смотрите, классный. Вот как здесь нарисовано, вот они такие есть. Оттуда чего только не торчит, чего там внутри только нет. Вкусные, действительно, очень вкусные шоколадки. Макс радовался. Единственное, ввиду того, что мы на диете, он их кушает очень-очень ограниченно. То есть ему этих двух плиток хватит на очень долго. Но зато те моменты до обеда, когда он получает свои дольки шоколадные, он их очень-очень любит. Вот такая вот детская радость. Девчонки, вообще настолько я довольна, настолько классные подарки ко мне приехали.
Настолько все замечательное. Оксаночка, спасибо тебе огромное. Твоему сыну Женечке огромное спасибо. Хочу сказать, что Оксана тоже начала свой канал вести. У нее там интересные уже загружены ролики. Даже мои любимые, когда запасы косметики показывают, это вообще для меня ролики, которые я иду первые смотреть. Оксана тоже загрузила запасы своей косметики, покупки показывает. Ну, много у нее чего. Она еще и рукодельница, у нее техника скраббукинг, ее хобби. И она делает интересные открытки, которые называются АТС. Ну, кто-то может в курсе. Это девочки, которые делают такие открытки, потом меняются ими. Ну, я мало про эту технику знаю, но знаю, что это очень интересно и красиво. Также она вышивает крестиком. Кстати, Оксан, тебе мой запрос, покажи свои картины. Настолько они у нее классные, интересные. Она красивые картины вышивает. Не маленькие, а такие большие, как художественные. Вот. Ссылку на канал Оксаночки я обязательно оставлю внизу. Вчера она тоже получила от меня посылку. И получилось так, что она радуется, и я радуюсь одновременно. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто был со мной. Переходите на канал Оксаны, познакомьтесь с ней. Она очень классная. Ну и вообще добрый, открытый, такой искренний человечек. Всем спасибо и всем пока!